Пойду, схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви до сдачи. И завести мне, пожалуйста, грамм 100 той совести, что с краю, полкой ниже. Просроченная? Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. Вижу, вижу, акция и скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что? На это денег жалко тратить? А средства есть от жалости у вас? Микстура тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного, мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вон той, с пометкой шок, таблетки от неискреннего взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете? Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить, если смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. Продажа зависть, зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Доверие не нужно. В прошлый раз купила оптом. Мне надолго хватит. Продайте лучше все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтобы не плакала душа у тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас продажи боли нету. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем, любовь дарить, то все плохое просто испарится.